Еще раз всем привет. Добро пожаловать на канал Соколов Плей. И сегодня мы продолжаем, точнее с того раза уже продолжаем проходить игру Куб. Так как у меня в тот раз Shadow Play затупил и перестал писать, поэтому пришлось все проходить заново. Так как игра тоже начинает тут немного тормозить. Ну ладно, мы продолжаем проходить, в общем. С того места, с которого мы и в тот раз закончили. Так. Да. И придется писать целиком игру, потому что она у меня не хочет сохраняться ни в коем месте. Поэтому пишем игру разом, уложимся в два видео. Блин. Мывать жизнь огорчения, тубль 2. Опускаем. Есть. Ну а мне как прикажете? И мы тут. Что же я? Все в той же природе, поэтому нет ничего сложного. И теперь надо поднять вот этот. А вот так. О, замечательно. Идем дальше. А это что за хрен на радио? Ясно. Вроде бы что-то получилось заново. Угу. Замечательно. И. Вообще хорошо. Ну что ж, вторую часть закончили. Поехали, пишем третью часть. Игра, видимо, крайне короткая, на час-два максимум.
это у нас? А, блин. Обратно. Поехали. Не в ту сторону. Сюда. Блин. Туда. Что ж такое-то, а? Все правильно хочу сделать. Вот. Интересно. И что это даст? А, логично. Похоже, еще разок, и мы получим, то есть опускаем, поднимаем эту, вот так, давай сюда. Ну ладно, суть понятна. Идем, 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 кнопка давай, раз, два, сюда. Нет. Нет, не так, не так, не так, не так, не так. И тут мы не допрыгиваем. Понял, все. Поехали. Обратно. Понастроит уровней. Ну и хорошо, что такие уровни есть. Гораздо интереснее получается. Сюда. Блин. Сюда. Нажимаем. Перемещаем сюда. И как не надо пользоваться методом, резать под собой сук. Или хоть что. Потому что можно упасть. Но тут этот принцип работает как надо. Нет, не слышу. В принципе, эта игрушка сделана красиво, но чувство она даст еще прикурить. Да, да, я женат, у меня есть дети, не надо врать. Нет, у меня есть детей. И жены нету. Чтобы попало на эту часть, нужно, чтобы кубик сюда, сюда, все, понял. Ау, больно же, кубиками разбрасывается тут.
Так. Это тут, это тут. Сюда мы запрыгнули, нам надо сейчас, чтобы попасть туда, надо как-то... Хорошо запрыгнуть. Но как? С нуля. Ну, скачет он тут, и что? И что мне это даст? Вращается только... Этот уровень. Ай. Не допрыгиваем. Как же быть-то? Мы прыгнем сюда. Нам надо сюда. Что нас направил в эту сторону? Думали же, охрень. Теперь мучайся, гадай. А, ну. Как я примерно и думал в итоге. Правда, не доехал сразу, но додумался-таки. Еще раз. Укатывайся отсюда. Нам надо его сюда. Блин. Еще раз, значит, сюда. Еще раз. Блин, ладно, в эту. В эту. Замечательно. Вот так. Третья часть уже посложнее идет, конечно. Примерно. Нет, в эту сторону. В эту. Да блин. В эту сказал. Еще раз. Ищ.
Давай. Давай, 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 давай. О! Давай, давай, давай. Закатывайся, родной. Закатывайся. Вот и третья часть подошла к концу. Идем дальше. Четвертая часть. Смотрим, что она из себя представляет. Кто орёт? Так, чтобы... Так, поднимем кубик. Давай. Раз. Поехали дальше. Вроде бы получается все. А, ни хрена не получается у нас все. Дубль 2. Не понял. Заново. А, все, понял, понял. Вот так вот. Все три цвета объединили, мы проходим дальше. Ничего сложного пока нету, пока что. Надо, надо, надо. А что нам надо? Давай, давай, катись, 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 родной. Катись, говорю. Ну, давай быстрей. Че, подтолкнуть? Молодец. Красный. Вот он у нас красный. То есть сейчас... А, ну да, правильно, 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 правильно. Валя. Вот.
желтый в красном не пошел, блин. Вот так вот. Теперь желтый надо. Нет. Не так надо, надо, чтобы он был тут. То есть надо в другую сторону, вверх. Надо вправо крутить будет. Зеленый вышел. Гад. Нубль 2. Поворачиваем. Нам надо, чтобы он перескочил эту. Раз, два, три. Допустим. Есть. Теперь мы опускаем эту, вон. Есть. Пускаем, сводим, поворачиваем. Блин. Проверяем еще раз. Раз. Два. Давай два. Это у нас вот сюда, вниз. И три. Все, ну наконец-то. Все три света закрыты. Мысли.
ладно, на сегодня закончим. Через некоторое время, посмотрим, как будет свободная минутка, я попробую записать дальше. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И удачи вам!